У Гомелі подвели выники регионального этапа республиканского конкурса малюнков «Червоный крыш. Я бачу добро». Удел у им приняли больше за 50 школьников с 14 районов области. Творчее споборництво просветили 70-й годовине принятия Женевских конвенций. Конкурс для детей, але на самом речь раскрывая серьезные темы. У центра уваги каштовности и принципы, выкладенные у конвенциях. На малюнках школьники адлюстровали свое разумение гуманности и милосердности. Практически в каждом учреждении образования создана волонтерская группа Красного Креста. Наши специалисты и волонтеры проводят мероприятия, рассказывают о истории движения Красного Креста, о том, чем занимается Красный Крест в настоящее время. Поэтому колоссальная работа проходит постоянно, и дети знают. И мы видим результат. Работы все замечательные, очень красивые, и нам было достаточно сложно из них выбрать лучшие. Конкурсные работы оценивались у двух возрастовых категориях и по трех номинациях. «Червоный крыж» у Республики Беларусь и свете, «Принципы международного руху Червоного крыжа и Червоного полумесяца», «Гуманность у сучасном свете». Дипломы и подарунки отримали мастаки-аматоры, работы яких представить нашу область на республіцы. Пераможцы атрымаюць магчымасць выставіцца ў Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі.